After drink, some heads are bound to roll today. Так, рукой махнул, вы все смеете. Разумело? Звалилось, значит, на баре, цеглы на струк. Публика, значит, проживая, спивчувая, да. Ни... Живейше проживата почули. Ні. Ну гляньте, люди, що коїться? Зомбі розвелося, як лайна. Вже й на барі цеглині впасти нема де. Чого смішно, чого немає запасів? Чого ти досі чотири галівки підтягнув на вибуду? Від клієнтів не продихнути було. Чого? У голові не вкладається. Щоб саме ж висунути, ніхто не знав про те, що тут насправді відбувається. Змова якась чи що? І потягнула ж мене сюди, дуроголового. Ну що? Чому тільки немає жінок сталки? А от чого я одного разу чув? Це ж тільки уявити. Амазонки. Якось стукнулися міцно в зоні дві ниви. З однієї так на раз четверо сталкерів вивалили. З іншої стільки ж. Щось там посперечалися, потім пики одне одному товкти почали. Згодом уже й стрілянина пішла. А в кущах біля дороги сидить контролер і радіє. Оно, значить, яке класне я місце обрав. І галявину тут зручно із друзями накрити. От зараз тільки м'ясо приготується, друзів на шашлик запрошу. А в чому прикол? І потягло з мене сюди дурноголового. І... А місце... І на це все одно кайфово. Ніде більше такої немає. А взагалі тут цікаво. Здорово навіть. Не так, щоб прямо золоте дно... Ну, так то часу більше треба. Часу, вправності знову ж. От наберуся досвіду. Буде і прибуток, як у людей. Сто пудів. І потягнуло ж мене сюди, дуроголового. Короче... Ну, трохи не в тему, але от згадалося. Короче... Залишив бувалий сталкер свою машину в кущах. Тільки, значить, іти у справах, бачить... Поруч із нею вже кровосос треться. Ну, сталкер йому тоді вже й каже. Валив би ти звідси, поки цілий. Той ти пообразився, мовляв, мені твоя машина, і загнути гріш не потрібна. А сталкер у відповідь. Машина, може, і не потрібна. Тільки всякими матюками ви, місцеві, мені вже половину фарби з неї зняли. А де сміятися? Чому тільки немає жінок сталкерів? Це ж тільки уявити. Амазонки. Ох, і закохався б я в таку. У нас вам. А от чого я одного разу чув? Ствол униз. Піймали якось довго всіх хлопців Самана з волі. Вирішили, що треба його потрясти, де чого заховав. Ствол униз. А він, типу, ну ніяк не хоче колотися. Опусти ствол. Поки не приперло його покурити. Дайте, каже, пихнути. Так я вам усе розкажу. Зброю опусти, хлопче. Ну, долговці повернули йому запас, він косяк забив, прикурив. Зброю опусти. І сидить, значить, кайфує. Ну, запитують вони, де ж то? Показуй. Арестован раптом як зрикається. Хто тут? Швидко зброю сховав.
У нас во взор. Вот кой. Короче, столкнулись. Я так чувствую... А сталкеров все равно полная зона. Откуда только такая куча идиотов берется? А интересное кино получает. Пруд и пруд. С двух сторон пруд. Снаружи сталкеры ломятся, а изнутри твари эти одни чего стоят. А интересное кино получается. Контракт на 2 года, так? Выслуга премиальная, то все. Только не помню я никого, кто эти 2 года до упора... Ёп. А вот что мне как-то рассказали. Заблудился сталкер, идет по лесу, значит, и кричит. Своевременная выплата денежного Люди! Содержания. Ау! Выслуги. Эй, кто-нибудь! Льготы. Вдруг его шлёп сзади по плечу кто-то. Еще год тут торчать. Он, значит, грёбаный контракт. А там здоровенная такая страхолюдная тварюга. И говорит ему печально. Ты чего тут разорался, а? Сталкер, так я это... Ну того, ну... Заблудился я. Думаю, может, кто-нибудь услышит, вот и кричу. Тварюга вздыхает. Ну, я услышала. А смысл? Я так чувствую, с 5 килограммов я уже тут того вытяну. До конца контракта вытяну. Надо, надо. Нету других вариантов, нету. Зубами удержусь, а вытяну. Главное, с катушек не слететь. А то все коту под хвост. Крайнего нашли, да. Так точно! Да. Ей так через день на ремень. А интересное кино получается. Контракт на 2 года, так? Выслуга премиальная, то все. А вот что только мне как-то рассказали. Только не никого, кто эти 2 года до упора... Пробуй, значит, контролер слепого пса научить на задних лапах стоять. Пробует, пробует, а зомби ему и говорит. Да брось ты это дело. Он ведь сейчас не слушается тебя нифига. Надо. И потом не послушается. Надо. А контролер ему... Эх, скукотища зеленая. Какое-то все одинаково хреновое, своевременная выплата денежного содержания. Выслуга. Льготы. Дуда, блин. Где опять эти жиртрестые снабжения застряли? Сами, небось, сытые, а мы 3-й день без горячего. Лучше б я тот труп не видел. А чё? Как его тварь разделала?
Что в зоне творится? Короче, анекдот цивильный. Рассказать бы кому. Так не положено. Заблудился сталкер, идет по лесу, значит, и кричит. Люди! Ау! Эй, кто-нибудь! Вдруг его шлеп сзади по плечу кто-то. Через день. Он, значит, оборачивается, а там здоровенный. Здоровенная такая страхолюдная тварюга. И говорит ему печально. Ты чего тут разорался, а? Сталкер, так я это, ну того, ну, заблудился я. Думаю, может, кто-нибудь услышит, вот и кричу. Тварюга вздыхает. Ну, я услышал. Так точно. А смысл? Дичи нормальной в этой долбанной зоне нет ни хрена. Погано. Погано. За собой тут следить все время надо. И за другими тоже. Короче, слушайте. Аномалия... Парете поганые. Так точно! Пробует, значит, контролер слепого пса научить на задних лапах стоять. Крышу пробует, пробует, так. А зомби ему видали и говорит. Уже. Да брось ты это дело. Он ведь сейчас не слушается тебя нифига. Не надо. И потом не послушается. Не надо. А контролер ему... Не надо. Цесты! Забыл, сталкер, как ты сам вначале выеживался. Эх, скукотища зеленая. Какое тут все... Одинаково хреновое достало. Как меня все достало. Твари, сталкеры эти, сволочи. Все, все, не хочу больше. Не могу. Не надо. Не надо. Аномалии, мать. Вот это самое страшное. У нас во взводе один был. Так точно. Отмочен. Вот, например. Как его зажарило. А другого заблудился сталкер, идет по лесу, значит, и кричит. Пусками. Люди! Ау! Не дай бог. Эй, кто-нибудь! Лучше на пулю нарваться. Вдруг его шлеп сзади по плечу кто-то. Он, значит, оборачивается. А там здоровенная такая страхолюдная тварюга. И говорит ему печально. Ты чего тут? Разорался, а? Сталкер, так я это... Ну того, заблудился я. Думаю, может, кто-нибудь услышит, вот и кричу. Вернуть бы сейчас тварюгу выдыхаешь. Ну, я услышал. А смысл? Нет, я бы на раз. Ей так через день... Где опять эти жиртресты из снабжения застряли? Ей так через день... Не надо! Они, небось, сытые, а мы третий день без горячего. Не надо! Сейчас. Надо! А вот что мне как-то рассказали, уродов, что мутантов и сталкеров. Пробует, значит, контролер слепого пса научить на задних лапах. Пробует, пробует, а зомби ему и говорит. Да брось ты это дело. Получай! Сейчас ты Эх, миска бы копченая сейчас. Да, блин, миска. Я уже готов колбасу эту сталкерскую жрать. Аномалии, мать. Вот это самое страшное, точно. Говорят, эти твари по ночам стали на патрули нападать. Главное, днем между собой срутся, а ночью собираются в стаи и нас кончают. Сталкеры ими управляют, что ли? Гады! Аномалии, мать! Вот это самое страшное, точно. Так точно! Актову сталкера. Как его зажарило. А другого по деревьям раскидало. Кусками. Не дай бог. Лучше на пулю нарваться. А вот что мне как-то рассказали.
Попробуй, значит, контролер слепого пса научить на задних лапах стоять. Прикрой меня! Миска бы копченого сейчас. Да, блин, миска. Я уже готов колбасу эту сталкерскую жрать. Аномалии, что ли? Не уйдешь! Пристрелю! Мама! На, получи! Thank you.
Швидко зброю сховав. Так, це в точку. Got anything valuable? Well, good hunting, Stalker. Подумав він як слід, та й пішов уперед. Виживу, думає, треба буде в когось із старих спитати, що воно таке незрозуміле, пухло та дівки. А в чому прикол?